Наставление учителя. Не поддавайся минутным порывам, чтобы потом не каяться. Не обещай не взвесить свои возможности. За необдуманный порыв можно расплачиваться не только всю настоящую жизнь, но и последующую. Там, где не хватает наших знаний, одна истина вступает в противоречие с другой. Мораль менее всего ценится человеком и более всего его возвышает. Понятие ценности у человека меняется по мере развития души. Соизмеряй потраченное с заработанным. Только недостаток наших знаний и порою недальновидность или амбиции не позволяют нам увидеть великое за несопоставимыми, на первый взгляд, величинами. Жизнь каждого человека подобна жизням других людей и одновременно несравнима с ними. Не бери больше, чем требуется для развития твоего или ближнего. Только жизнь способна выявить в человеке как все недостатки, так и все достоинства. Гордыня отдаляет тебя не только от людей, но и от Бога. Не доверяй свои тайны всем и каждому, чтобы не быть обезоруженным врагами. Не унижай себя неоправданно, но и не возвышай незаслуженно. Пошлость унижает человеческое достоинство, благоразумие возвышает. Когда низший повторяет высшего, он низводит последнего до своего уровня, отчего святой в его изображении становится порочным, а добрый – жестоким.